Ми створюємо нову культуру страхування. Ну і вітання. Сьогодні говоримо про добровільний вид страхування «Каско». Допомагає розібратися у цій темі нам директор страхової компанії «Моторгарант» пан Віталій Тишечко. Пане Віталію, вітаю вас у нашій студії. Дякую, що завітали до нас знову. Раді вас бачити. Здравствуйте, Маргарита. Давайте поговоримо про «Каско». Це добровільний вид страхування. Яка мета? Що таке «Каско»? Розкажіть нам. Главная задача «Каско» – это обеспечение возмещения владельцу транспортного средства в случае его повреждения или угона. Угу. Розкажіть, будь ласка, які ризики має під собою пакет «Каско»? Договор «Каско» дозволяє покрити следующие риски – угон, ДТП, противоправные действия третьих лиц, взрыв, пожар, падение посторонних предметов в том числе. Угу. Тобто, ну, приміром, таки, якщо впаде дерево на автівку, то це може під собою ну, недавно в Запоріжжі був случай, якщо автомобіль був закаскован, то падіння дерева на автомобіль в даному случае являється страховим событием, і владельцю должно було бути виплачено возмещение в сумі ущерба. При наявності каски. При наявності, да. Чим відрізняється каску та ОСАГО? Путати каску і автогражданку нельзя. Одно другое не замещает, потому что автогражданка – это вид страхования, который возмещает расходы потерпевшей стороне, третьему лицу, не вам. КАСКО, договор КАСКО, возмещает ваши расходы, то есть материи вашего автомобиля в случае ДТП. Ну, ми розуміємо, що каско – це вигідно. Тоді давайте ви розкажете, в чому, в принципі, від чого залежить вартість цього полісу, тому що, наскільки я розумію, там багато пунктів. Да, договор каско состоит из нескольких пунктов. Мы можем рассмотреть на примере автомобиля 2013 года, вот, который стоит, ну, допустим, 300 тысяч гривен. В нашей компании стоимость полиса будет составлять 3,6% и будет 10 860 гривен. От чего будет застрахован автомобиль? Нулевая безусловная франшиза. 5% франшиза будет только при тотальном уничтожении автомобиля или при угоне. То есть, если в ДТП, например, или полностью автомобиль не подлежит восстановлению, 5% франшизы от общей стоимости. Риски. ДТП, угон, взрыв, пожар, противоправные действия третьих лиц, падение сторонних предметов и последствия стихийных бедствий. В принципе, все риски. Цена полиса зависит от нескольких факторов. Например, от места хранения. Если авто хранится в гараже или на платной стоянке, то цена остается неизменной. Если авто хранится под подъездом, то стоимость полиса увеличится на 10% и составит 11 340 гривен. Потому что под подъездом частота, вероятность наступления страхового события ну, возрастает. Больше. Кроме того, в случае ДТП есть два варианта, где можно обслуживаться. На СТО по выбору страхователя или на СТО по выбору страховой компании. У нас заключены договора как с брендовыми СТО, так и с мультибрендовыми СТО, на которых мы обслуживаем наших клиентов. Брендовые, как правило, идут гарантийные автомобили, те, которые залоговые, кредитные, те, которые по договору обязаны там 3 года, например, обслуживаться только в фирменном СТО. Там, естественно, дороже, там, естественно, норма часы работ ну, в 3 раза дороже, чем ну, рыночные. Но мы идем на это, у нас заключены договора, и мы обслуживаем наших клиентов. Кстати, вот в Одессе был случай, в понедельник было ДТП, и в пятницу мы уже выплатили деньги на фирменную СТО, тем самым за, собственно говоря, 5 дней решили вопрос, полностью уже выплатили компенсацию. А стаж водіння, водія, якось впливає на поліс? Конечно, влияє, тому що опытный і новичок отличаються, ну, навыки вождения у них, ну, разительные. И если страхователь выбирает без учета стажа вождения, то полис будет удорожать, удорожание полиса составит 10%. Если страхователь выберет опцию, что стаж вождения от 3 лет и возраст водителя от 21 года, тогда цена будет неизменна. А взнос автівки? Конечно, влияет. И в нашей компании мы даем возможность выбора клиенту. Страховать с учетом износа или без учета износа. Это разница в стоимости полиса отразится 5%. То есть тогда полис уже будет стоить 11 340 гривен. Це ми поговорили про повний пакет каску, якщо я правильно розумію, так? А є у вас ще такий пакет, що має назву «Каско 50 на 50». Розкажіть про нього. Да, я би ще хотів додати, що ми говоримо тільки об удорожанні, удорожанні, удорожанні. Якщо наші клієнти проїхали год без убитка, то ми можемо зробити, основуючись на історію, скидку до 15%. Тобто поліс може бути і дешевле, якщо ви проїхали без аварійно і у вас все добре, слава Богу. Вот. Естественно, понимая, какое сейчас сложное время в нашей стране, оно, наверное, было всегда сложным, вот. Понимая ограниченность ресурса и необходимость этого вида страхования, мы вышли на рынок с нашим продуктом «Каско 50 на 50».
В чем суть продукта? Все условия, которые мы сейчас оговорили, все риски, все условия, все те же самые. Единственное, бонус или возможность клиенту оплатить 50% стоимости полиса. Сразу он платит не 11 300, а 5400 гривен заплатил и ездит. Если год прошел безаварийно, на этом мы разошлись. Доплачивать за полис не нужно. Считайте, что клиент сэкономил 5400 гривен на ровном месте. При этом все, ответственность мы берем на себя, то есть все, договор действующий. Если, не дай бог, происходит ДТП, то тогда страхователь должен доплатить вторую часть платежа, и мы полноценно берем в обслуживание полностью, ну, весь, скажем так, весь случай, берем в урегулирование. Я считаю, это очень выгодное предложение, потому что, ну, знаете, все надеются, там, что все будет хорошо, но на всякий случай страхуются. Некоторые, есть мои знакомые, много клиентов, которые берут КАСК, мы готовы заплатить, но чтобы ничего не было. Ну, для того, чтобы сэкономить и понимая сложность ну, текущего момента, то мы даем возможность 50% сэкономить. Вот. Отдельным продуктом, я бы еще отметил, у нас есть мини-каска. Мини-каска. Например, страхователь может выбрать сумму ответственности. 100 тысяч, там, 50 тысяч, 150. То есть он может выбрать сумму ответственности. Мини-каска покрывает только один риск – ДТП. Вот, ну, самое распространенное в нашей статистике. Вот. Стоимость полиса при 100 тысячах будет всего 2090 гривен. Человек платит, и, собственно говоря, на эту цифру у него есть сумма, на эту он может сумму рассчитывать в случае наступления ДТП. Это очень выгодно. Мы продукт мини-каска предлагаем нашим клиентам как кросс-продажу при оформлении автогражданки, потому что цена автогражданки в районе 1000, за 2000 взять на 100 тысяч каска, ну, это, в принципе, такое на рынке не все предлагают, наша компания это делает. Важливий момент – це урегулювання. Розкажіть, як відбувається цей процес і наскільки швидко можна, власне, отримати кошти? Я би ще хотів відмітити, що перед заключенням поліса проводиться обов'язково любого каска, каска, міні-каска, 50 на 50, проводиться осмотр автомобіля і фотографування. Есть ракурсы, специально не оговорены, там все очень просто, потому что мы должны зафиксировать техническое состояние автомобиля в начале этапа, для того, чтобы потом в течение периода не было, знаете, вопросов, а было, не было. То есть мы сравниваем фотографии, в принципе, на основании разницы этих фото проводим оценку и осмотр. Вот. Выплаты у нас проходят в течение 5 дней. Ну, от 5 дней, я бы так сказал. Не в течение, а от 5. Да. У нас наши ассистирующие компании в течение 2 или 3 рабочих дней выезжают на объект по всей стране, работаем по всей стране, проводят осмотр, оценку, направляют нам эту информацию. Мы работаем в сертифицированной программе «Audonet». Она едина для всей страны, все урегулировщики в ней работают, там все протарифицировано, это норма часы, то есть она лицензирована. На основании этой программы мы проводим расчет. При формировании полного пакета документов мы производим выплату. Есть упрощенная формула, если ущерб, ну знаете так, навскидку, меньше 25 тысяч, и это при стоимости машины до 500 000, или процент ущерба меньше 5% при стоимости машины свыше 500 тысяч. Вот, у нас упрощенная система урегулирования, нам не нужна справка от полиции о ДТП. То есть это существенно сокращает время, вот, поэтому по выплатам работаем, ну, скажем так, стараемся как можно быстрее решить вопрос, потому что мы прекрасно понимаем, что человек остался без машины, а это... Ну, водители меня поймут. Без машины все. Сесть в трамвай или в автобус – это катастрофа. Потеря времени колоссальна. Мы это время ценим. И поэтому выплаты по КАСКО, по автострахованию у нас это в приоритете. Мы их не задерживаем. Стараемся максимально быстро оформить и выплатить. Яким чином можна придбати поліс, каско і в теперішніх умовах? Як я вже говорив, при оформленні поліса каско ми проводимо осмотр і фотографування, тому купити онлайн поки що сьогодні ще не можна, але можна заїхати к нам в офіс, наші спеціалісти дуже швидко оформлять поліс. Другий варіант – оставити заявку на сайті і договоритися о місці зустрічі, ми можемо під'їхати клієнту, оформити все по місту. Третій варіант – ви можете прийти в будь-яке відділення Моторбанка. Вот, там есть специалисты, которые могут, ну, скажем так, проконсультировать и оформить полис. Кроме Запорожья, во всех наших регионах, представительствах Николаев, Харьков, Одесса, Днепр, Волочиск, Тернополь, Киев, Мариуполь, вот недавно открыли. Пожалуйста, в наших представительствах вам очень быстро и квалифицированно оформят полис каска, мини-каска. Каска 50 на 50, то есть, в принципе, у нас широкая сеть, мы можем это оформить быстро. Хотелось пожелать, что даже в условиях карантина, чрезвычайной ситуации, Мотор Гарант остается надежной компанией и всегда работает для вас.
Будьте здорові. Дякуємо вам за цікаву та корисну інформацію. Чекаємо на нові актуальні теми від вас. Я нагадаю, що сьогодні з нами говорив у студії директор страхової компанії «Моторгарант» пан Віталій Тишечка.